На эти слова уже был написан романс, на слова Олечки Папышевой сочинен романс. И вот Надя взяла смелость и другую музыку написать на него. Мы же у автора первого романса просили прочинения. Это не хорошо, что стихи вдохновляют. Отозвалась улыбкой и вздохом, и все, что виднелось туманно и плохо, все то, что таилось мотивом невнятным, все то, что таилось мотивом невнятным, вдруг так зазвучало, вдруг так зазвучало, вдруг так зазвучало и стало понятным. И стало понятным. Душа озарилась, и сердце забилось, и все обнажилось, что прежде таилось. Все то, что казалось понять невозможно, все то, что казалось понять невозможно.